во время сна вырабатывается важный гормон меланин, который помогает нашей сердечно-сосудистой и иммунной системе. То есть если человек не досыпает, то у него начинаются проблемы как с эмоциональным состоянием, то есть человек возбудимый, человек раздражительный. Страдая сердечно-сосудистой системой, могут появляться более частые гипертонические кризы, если есть гипертоническая болезнь человека. Могут быть проблемы с сосудами, могут возникать аритмии. Также для иммунной системы, то есть человек начинает чаще болеть, потому что во время сна иммунитет у нас восстанавливается, вырабатываются тоже клетки. То есть человек нервный, часто болеет. Положено за ночь пройти от 6 до 9 циклов сна. Цикл сна – это быстрый сон, медленный сон. Если человек пересыпает, эти циклы становятся длиннее или же их преобладает, и, соответственно, человеку потом очень тяжело вернуться в нормальный рабочий ритм. То есть если вы не досыпаете долго, начинаются проблемы, если потом пересыпаете, нет накопительного эффекта сна. То есть сон должен быть вовремя. Взрослому человеку это от 18 до 40 или до 60 лет в разных источниках по разному. Считается, что нужно спать 7-8 часов. Если это пожилой возраст, старше 60 лет, это чаще 6-7 часов. То есть не чаще и возникают проблемы со сном именно в довольно преклонном возрасте. По восстановлению сна рекомендации довольно-таки общие, то есть как для детей, так и для взрослых, так и для пожилых людей. Начинаем с вечернего. С вечерних процедур это душ, желательно не холодный и не горячий, то есть теплый душ, чтобы не вводить организм в состояние стресса, плюс не есть за 4 часа до сна. Помещение, в котором спите, спальня должна быть проветрена перед сном, ну и желательно спать с небольшой открытой форточкой. Не рекомендовано смотреть телевизор, сидеть в соцсетях, в телефоне долгое время перед сном, даже иногда нежелательно читать книги, чтобы не нагружать мозг. Потому что во сне все-таки наша память очень сильно работает, несмотря на то, что мы спим.